Запорожская область остается в первой пятерке по уровню средней заработной платы. За первое полугодие 2017-го она составила 6500 гривен. По сравнению с прошлым годом рост более 34%, информирует сайт облгосадминистрации. Индекс реальной заработной платы составил 116,5%, 22 место среди регионов. В то же время только на трех территориях ее размер превышает среднеобластной. В Энергодаре на 70%, в Запорожье почти на 5%, а также в Васильевском районе на 10%. Самую низкую заработную плату в отчетном периоде получали работники Черниговского, Веселовского, Михайловского и Ореховского районов. Высокие темпы роста в Новониколаевском, Каменско-Днепровском, Розовском и Бердянском районах. Самый низкий темп в Михайловском, Пологовском районах и Энергодаре. Вместе с тем количество вакансий в области выросло, а безработных уменьшилось. На 1 сентября на одно свободное рабочее место претендовали 10 безработных, тогда как год назад 19. На 76% выросло за год количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости. Сейчас это 1741 единица. Наибольшим спросом пользуются квалифицированные рабочие специальности: повара, водители, токари, электромонтеры и слесари, ремонтники. Также ищут медсестер, воспитателей, учителей и бухгалтеров с соответствующим опытом работы.